never gotta say, never got a choice. Tell me what's mine and tell me what's yours. Why I never gotta say, never got a choice. Tell me what's mine and tell me what's yours. And why I never, ever gotta fucking say. Ахахаха, что Арима там рисует? Снимаю. Это безопасно. Снимаю, успокоились. Снимаю. Видишь? Короче, смотри, вот этот, он жирный, понимаешь? Это мы пытаемся сделать вот такую фотку. Спойлер, у нас получилось на парик Аримы все испортил Сари, у меня не было нормального. Баран не гну. Тогда скажу. Взять я сам. Просто так вы будете у меня, ну, вот так. И они вот так. Так, ну, подвинь мне эту табуретку, или, ну, или ты подвинь. Короче, кто-то из вас подвиньтесь. Придется свет переделать. Я тебя снимаю, и ты себя видишь. Она на съемках, но снимать ее нельзя, норм нет. Вам нормально? Ай, больно в ноге. У меня колено защищено. Даша путешественница. Мне не надо. Даша, я это вижу. У меня голова кружится. Допрыгался. Так, давай его. А мне еще галстук. Ты не лицом должен быть. Стоять. Вот ты смотришь, типа, пафосно туда, как будто там этот... Жирул из молодой. Уже молодой, уже жир. Молодой, уже худой. Молодой, еще худой, постаревший, пожирневший. Бедный Джейсон, вам его жалко, вот мне, к сожалению, нет. Корень из кошеля – это 10 корней из 10. Корней Корнеевич? Нет, это 3, по-моему. Нет, подожди, сейчас, я вспомню, сейчас. Значит, сначала надо сделать, что корень умноженный вот так. Отыгрывать отличника и забыть всю матишу хайп. А, это корень 37, точно. Значит, надо сделать. Нет, это квадрат корень, потому что у меня цифра 3. Подожди. А ты сейчас на 7, кстати, как будет еще на 7, там нельзя другой ответ. Я тебе двойку сейчас поставлю. Первое правильно решил, самое главное. Я тебе двойку поставлю. Ты доказал, что не пользуется. Я по пчелам хожу, нормально. Сейчас будет гоп-стоп. Слышь ты, Мора. Слышь ты, какого черта? Мора. Ты что, совсем слепой? Узнали цейтатку. На лицо в мире. Ой. Давай. Подожди. Если вы досмотрели видео до конца, значит вы не бросили мой канал, спасибо вам за это, обязательно подписывайтесь на мою телегу Рейчик Кос, скоро увидимся, пока-пока.